артист, который попал в книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной актер, выступающий на сцене. Это Владимир Зельдин. Он работал в театре до конца своей жизни, а прожил актер 101 год. Начиная с 90 лет, Владимира Зельдина каждый день рождения пытали. Ну какой у вас секрет не просто долголетия, а прекрасного самочувствия и отличной физической формы? Актер всегда отшучивался. Это секрет. На самом деле во многом он жил по своим законам. Зельдин не пил и не курил, что, естественно, всегда добавляет здоровья. Так же, как замечали коллеги, он никогда не ел перед спектаклем, а еще Зельдин поздно ложился спать и поздно вставал, игнорируя и заверения врачей, что организму лучше ложиться и вставать рано. И народную мудрость. Кто раньше встает, тому Бог дает. Владимир Зельдин скончался в октябре 2016 года. Удивительно, что его жена Иветта, с которой он прожил 52 года, скончалась через 3 месяца ровно в день рождения мужа.